Привет всем! Сегодня у нас 22 апреля и мы приступаем к посеву цветов на рассаду в теплице. Будем сеять сейчас в первую очередь те, которые либо долго всходят, либо же они долго именно развиваются. Конечно же, посеем клеому, она как раз у нас относится к тем растениям, которые долго всходят, около 2 недель. Также вот такой вот кариопсис желтый, это многолетник. Но будем уже сеять его из своих семян. Такой вот интересный тоже довольно-таки цветок. Пенстемон. Так, 2 вида многолетников. Вот таких вот лихносов. Красный и розовый. Также вот такой вот многолетник вербаскум. При раннем посеве он зацветает и в первый год. Также, конечно же, вот такой вот львиный зев. Это однолетник. И бархатцы. Куда же без них. Сеять будем вот такие вот ящики. Сейчас распределим семена рядками, сверху присыпем почвой и увлажним. Посеяли бархатцы, клеому, а львиный зев, так как у него семена очень мелкие, просто рассыпали по грунту. И сейчас все сверху присыпем землей, а сверху увлажним. И во второй вот такой же ящичек посеем такую более низкую рассаду, то есть она невысокая. Тут лихносы совершенно невысокие. Так, ну и кариопсис тоже он невысокий, совсем такой низенький будет. А вот эти, я не знаю, какие они по именно росту именно в рассаде, поэтому ну, посеем вот так вот в этот ящик. Вот у этих растений очень мелкие семена, их совершенно не видно на почве. А у кариопсиса у него крупные такие семечки. Их довольно-таки хорошо сеять. Здесь просто расшелушил несколько вот этих сохших цветочков. И сейчас все это припорошим землей. Ну вот, все посеяли, присыпали сверху грунтом примерно 1 сантиметр или чуть больше, полили водой. И теперь осталось только ждать всходов. Как земля будет подсыхать, будем понемножку поливать. Процесс посева совсем не сложный, поэтому все быстро, просто. Осталось только получить хорошие всходы. Будем надеяться на качество семян. И вот так вот расцвела эустома. Зимовала она дома. И вот такой цветочек распустился.